Меня зовут Алина Бесимбаева, я из города Алматы, Казахстан. Я являюсь студенткой университета Модул в Дубае и учусь по специальности туризм и гостеприимство в бизнес-администрировании. Я выбрала эту специальность, потому что всегда мечтала иметь свой собственный бизнес, и для грамотного руководителя нужно знать, как управлять людьми. Это было не совсем мое решение – жить в Дубае. Просто в тот год, когда я сдавала ЕНТ, мои родители отправились в путешествие и влюбились в этот город. К тому же им рассказали о том, что в 2020 году в Дубае будет проводиться Экспо. Мой отец принял решение, что это было бы хорошей возможностью для меня сразу после окончания учебы попробовать себя в специальности. Ключевым фактором выбора университета было для меня то, что Модул в Вене имеет более 100 лет опыта в сфере туризма и гостеприимства. Обучаясь по данной специальности, у вас будет очень много курсов, которые помогут вам узнать, как работает бизнес. Потому что наши профессора и преподаватели – это профессионалы своего дела. Они работают в данной сфере, и вы можете быть уверенными, что получите информацию с первых рук. Одним из больших преимуществ для меня является то, что в любой момент времени я могу связаться со своим преподавателем, они дадут мне советы и объяснят то, что для меня непонятно. В школе я всегда была активисткой, для меня было очень важно продолжить творческую деятельность в университете. Я являюсь президентом музыкального, танцевального, творческого, а также клуба по организации мероприятий. Дубай – это интернациональный город, и здесь можно встретить людей со всего мира. Поэтому и в нашем университете очень много людей разных этнических групп, и это очень интересно – общаться с ними, узнавать их культуру и традиции. Когда я приехала, мне было достаточно сложно вливаться в англоговорящую среду. Спустя год я уже спокойно владела английским языком, что, конечно же, огромный плюс, и я благодарна за это университету Модул. Надеюсь, в скором времени видеть вас в стенах нашего университета. Добро пожаловать в Модул!